А бывший выпускник «Новой волны» Доминик Джокер презентовал публике свой клип на песню «Такая одна», который, кстати, был снят в Сочи. Но только одна, такая одна, взявшая душу, лишившая сна. Это большой проект, который делается одной большой дружной командой. Я сегодня благодарю наших партнеров, организаторов фестиваля «Новая волна», которых Александр Владимирович Румянцев здесь представляет. А для молодых исполнителей такое повышенное внимание публики пока еще непривычно. Автографы и селфи с поклонниками, говорят конкурсанты «Новой волны», вызвали у них целую гамму чувств. Это очень приятно, но я сам себя не считаю еще звездой. Я думаю, что надо расти до этого. Напомню, на сегодняшний вечер запланировано гала-шоу. Завтра, 7 октября, состоится концерт звездных семей.